Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Еленой Чесноковой. Мы продолжаем цикл разговоров с людьми, которые знают, как сегодня живет русскоязычный театр в изгнании, потому что они сами являются частью этого явления. Сегодня мой собеседник – композитор Сергей Невский. Вы слышали его музыку в самом начале этого эпизода. Это фрагмент из оперы «Outland». Мы встретились с Невским в Берлине, в книжном магазине «Бабель», где обычно проходят наши открытые записи подкаста. Большое спасибо команде магазина. Сергей Невский в эмиграции уже давно. Он уехал в Германию в 92-м году, то есть 32 года тому назад. И давно его уже представляют как российского и немецкого композитора. Он учился в Германии. Именно там происходила основная часть его творческой социализации. И значительная часть карьеры Невского – европейская. Тем не менее, в нулевые и в десятые Сергей активно работал в России, в том числе курировал музыкальную программу знаменитого фестиваля «Платформа». Еще он писал музыку к спектаклям режиссера Марата Гацалова и многое-многое другое. Невский за свою карьеру создал десятки произведений для оркестров, камерных ансамблей, вокальных исполнителей. Но, конечно, для нашего подкаста самое интересное то, что он продолжает писать оперу и музыку к драматическим спектаклям. В 2019 году в Штутгарте поставили его оперу «Время секонд-хенд» по одноименному роману Светланы Алексеевич. А совсем недавно Невский написал музыку для спектакля «Кремулятор». Спектакль по роману писателя Саши Филипенко поставил Максим Диденко, но об этом мы поговорим чуть позже. А всего за свою карьеру Сергей Невский сделал 18 работ для драматического театра и 8 для музыкального. Первое, о чем я спросил своего собеседника, как он, человек, который имеет опыт работы в Германии и по всему миру, видит нынешнюю художественную эмиграцию и эмигрантов, и их перспективы. Как будет происходить их интеграция и случится ли эта интеграция? Хочу сказать случай жизни. Значит, я, когда мне было 19 лет, я первый раз решил, значит, дать дёру из тогда еще Советского Союза, да, из России, из любопытства. Я приехал к своему отцу, который работал в Женеве, в ЦЕРНе, и его жена была очень против, и, в общем, он тоже был против, потому что они были ассоциированы сотрудниками ЦЕРНа. И они пытались мне объяснить ужасы эмиграции, что это вообще как бы довольно безрадостная вещь. И чтобы впечатлить меня негативно, значит, они дали мне книжку Нины Берберовой «Курсив мой». Значит, результат был ровно обратный, потому что я прочитал там вот эту главу, дошел до главы, когда Нина Берберова едет из голодного Парижа послевоенного в Нью-Йорк, открывая, значит, «Нью-Йорк Таймс» с вакансиями работы, говорит, я хотел быть всем, я хотел бы там наборщицей, я хотел бы всем. И очень зависит просто от вас. Исключительно это там... Сейчас кавыч, да? Курсы личностного роста с Сергеем Невским. Знаете, вот есть люди, которые, я читаю, там, театроведу Ваню Демитку, он говорит, вот там, эти монстры, значит, у которых была карьера до войны, а у них осталось, а мы там молодые, как были неприкаянные, так и остались. Можно повернуться точно с оборота. Можно сказать, что какая-нибудь Лина Куликова, которая сейчас начинает карьеру в Лозанне, да, у нее больше шансов интеграции, чем у людей, которые приехали в возрасте. Возраст может быть ограничением, но все зависит исключительно от открытости, от желания там учить язык, вникать в среду, понять, что такое немецкий театр, понимать, что такое взаимодействие театра и общества в Европе. Это вот это любопытство, оно определяет. И мне, естественно, мне много раз приходилось в жизни начать с нуля, извините, пожалуйста, за пафос, да, и много раз приходилось там говорить, о, меня забыли все, надо срочно что-то делать. Вот, поэтому это нормальное состояние. Я понимаю, что когда проходишь много раз, немножко легче, потому что понимаешь, что есть шанс как бы стартовать заново эту машину карьерную, да, но когда люди оказываются после привычной жизни там в новом контексте и в общежитии для иммигрантов, им может быть грустно, но это нормально, да, это норма. Естественно, дальше было логично спросить, а что, собственно, может предложить российский эмигрант, режиссер, композитор, актер новому миру? В ответ Сергей поделился своим собственным опытом построения карьеры на Западе и в России. Ну, вы знаете, дело в том, что карьера в России, они в тот момент, когда я туда попал, да, в том возрасте, когда я туда попал, они обладали такой скоростью, которая внушала некоторое такое уважение к себе. То есть, если ты живешь в Германии, ты все время бьют по голове, как православная церковь, рано еще, поздно. И потом же композитора дают там в 65 лет, сделал первую оперу, значит, где-то на задворках. Знаешь, а он уже не знает, хочет он что-то делать или не хочет, у него уже все атрофировалось. А в России все-таки у меня был там в 39 лет большой театр. Это поднимает самооценку и как бы поднимает... Я руководил огромным там проектом, который... И потом, соответственно, это был такой синтез, что я
свое видение музыки, своих людей, которые были мне важны, привез его в Россию, да, а потом один из музыкантов сказал мне, который приехал на платформу, сказал, ой, мы думали, что ты такой потный композитор, который поздно ноты сдает, а ты, оказывается, менеджер в костюме, это интересно. И каким-то образом этот опыт валоризировался у меня в Германии, что ко мне стали как-то более серьезно относиться, и уже что не какой-то фрик, который, знаешь, в какой-то момент я стал вообще в России там медийной фигурой, стал, я как-то почитал интервью со мной на одной странице с Виталием Милоновым, это был, по-моему, пик моей карьеры. Что я думаю там о какой-то там судебной реформе, это был какой-то год 2014, а здесь я был каким-то фриком, да, и это очень долго таким из Восточной Европы, который, ну, к которому нельзя серьезно относиться, то есть как милый, но как бы не является создателем дискурса. А потом ты опять едешь в Россию, опять ты медийная фигура. А потом ты опять приезжаешь сюда, опять ты восточноевропейский фрик. А потом уже жизнь закончилась, а ты уже не фрик, а ты белый империалист, поздно. Уже опять ничего не светит, да? Это песня, которая звучит в спектакле Максима Диденко по книге белорусского писателя Саши Филипенко «Каймулята». Ее поет исполнительница, одна из исполнительниц главной роли, Ян Гэ. Отрывки из спектакля и мой разговор с Максимом Диденко вы могли слышать в мартовском выпуске нашего подкаста. Премьера «Каймулята» состоялась в Берлине в начале этого года, и спектакль продолжает показывать в Германии и в других странах. Изначально «Каймулята» – это роман, который основан на реальных событиях, на исторической фактуре, в частности, на материалах уголовного отдела. Главный герой и романа, и спектакля – директор первого советского крематория в Москве, рядом с Донским кладбищем. Днем он открыто сжигал тела обычных советских граждан, а по ночам тайно бросал в печи тех, кого расстреляли во время репрессий. В итоге он сам оказался репрессирован. Невский написал музыку к этому спектаклю, которая формально не имеет никакого отношения к основному сюжету, но при этом становится полноценной и полноправной частью театрального действия. Естественно, было интересно узнать, как появилась какого рода идея музыкальной составляющей спектакля. Дело в том, что герой романа Филипенко, Каймулятор, он все время обращается к своей возлюбленной. А возлюбленная ничего не говорит, то есть она присутствует на сцене, надо чем-то заняться. Поэтому изначально Максим сказал, ну, у нас будут песни. Я так с осторожностью говорю, какие? Он говорит, я не знаю, тут в Париже будет кабаре варьете. Я говорю, я пошел, говорю. Но надо сказать, мы нашли путь взаимоуважения, компромисса, и он принял какую-то музыку, которая
Но все-таки она достаточно абстрактна. Она не ситуативна, у нее нет там какого-то жанрового задора. Это просто достаточно лирическая музыка. А я принял какие-то его решения. И, в принципе, там, к чести Максима, я должен сказать, что он был способен слушать какие-то аргументы, и я был тоже готов слушать его аргументы. Это был такой творческий движение навстречу друг другу. Насколько это вообще типичный сегодня подход к созданию музыки для спектаклей? Подход, когда композиторское произведение не иллюстрация, не подпорка для сюжета, а самостоятельный элемент. И где вообще место музыки в современном театре? Тут опять место исторического анекдота. Вы знаете, по-моему, Лидия Чуковская описывала, что Ахматова идет по улице и встречает Пастернака, который говорит, вот я сейчас перевел немножечко Шекспира, потому что мне потребовались параллельные деньги для любовницы. А Ахматова ему говорит, какое счастье для русской литературы, что вам потребовались параллельные деньги. Вот. И так, значит, счастье для русского театра, что композиторам никто, кроме театра, в какое-то время музыку не заказывал. Поэтому в России композиторы первого ряда все работали в театре. Я помню, я в 2006 году встретил Дмитрия Кулянского, который, плюясь, значит, в театре «Эцетера», прошу прощения, написал музыку к спектаклю Брехта. И говорит, никогда больше в жизни в театре не буду работать. Что случилось, все мы знаем. Да, он стал там руководителем драматического музыкального театра на 8 лет. И практически все, как бы, мои коллеги, они прошли через опыт театра и совпал с ростом популярности современной музыки в России. И таким образом, ну, как бы, если вы работаете в театре Германии, вы типа обслуживающий персонал, да, вы никто. Вы знаете, как зовут композитора, с которым сделал большинство спектаклей Уилсон? Да, Ханс-Петер Кун его зовут. Вы знаете, как зовут композитор, который сделал там большинство работ, там, Саша Вальц, Джонатан Беблер? Никто не знает этих имен. А в России это как бы композиторы первого ряда, которых жизнь заставила пойти в театр, и, понятно, они попытались изменить функцию музыки, да, от иллюстрации, я всегда называю это параллельной сценографией. Я это попытался реализовать в первой нашей работе с Маратом Гацаловым, «Дыхание» в Театре нации, когда гениальная декорация там Ксении Перетрухиной, там просто речь о том, что речь об загрязнении окружающей среды и о том, что семья все время думает, завести им ребенка или нет, потому что выбросы СО2, они как бы влияют, да, на мир. И там вот это умножение мусора, умножение предметов, оно происходило следующим образом. Задняя стена квартиры отъезжала со скоростью 6 сантиметров в минуту, и все время из шкафа появлялись одинаковые предметы, и в конце там стояло множество столов, множество стульев, множество каких-то... То есть все дублировалось, да. И я сделал так, что я подзвучил все эти предметы и сделал как бы звуковую партитуру из шумов этих, как бы, стиральной машины, там, посуды и так далее. И сделал такую растущую композитуру, что шум, ну, как бы, мусор на сцене, он дублировался мусором звуки. Кстати, наш разговор с театральной художницей Ксенией Перетрухиной можно услышать в эпизоде «Закати сцену», который вышел 13 мая. И всякий раз счастье моей совместной работы с Маратом Гацаловым, который, я считаю, сам большой удачей нашей встречи в моей театральной жизни, то, что мы каждый раз придумали как-то иначе. В пьесе «Пьяная» мы придумали, что у нас три оркестра, и звук движется вокруг публики. В спектакле «Утопия» по пьесе Дурненкова, который посвящен там идее невозможности вернуться, условно говоря, в 90-е, там на сцене висело зеркало. Вот что такое зеркало в музыке, это рокоход. Рокоход, но музыка, которая идет зад наперед, как рак. И, соответственно, там были перевернутые, вывернутые наизнанку сэмплы из хитов 90-х. От Укупника до там Гребенщикова. Плюс, естественно, музыка, которую я написал. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, каждый раз мы находили какое-то решение, и не менее креативным были другие мои коллеги. Владимир Анев, Алексей Сысоев, Дмитрий Кулянский, который писал там какие-то просто симфонии для шестичасовых спектаклей у Хананова, привлекал туда всех композиторов молодого поколения. Ну, в общем, я думаю, что из-за этого статус театральной музыки в России вот последних там 10-15 лет, он совершенно другой, и он более значимый. Thank you.
Это музыка Сергея Невского к спектаклю «Русский роман» Марата Гацалова по пьесе Мариуса Ивашкевичуса. Ну хорошо, с российской спецификой в той или иной степени понятно. Но почему европейский и мировой драматический театр до сих пор не открыл для себя в полной мере музыку как важнейшее выразительное средство? Или я не прав, и все обстоит иначе? В истории там, европейского театра последних до 100 лет есть великие вещи. Там, мы все играем там, музыку театральную Бетховена, Шуберта, там, Брехтвайля, да, и так далее. Но просто это тоже вопрос везения, потому что спектакль смертен, смертный жанр. Да, и, возможно, есть гениальная музыка, которую мы просто не знаем. Я помню, что один из первых спектаклей, который видел в Берлине, было «Свадебное путешествие» Владимира Сорокина, который поставил Кастерф. И музыкант, который играл на сцене, он Кастерф его нашел в переходе, был гитарист, который просто играл какие-то свою музыку. Это одна из лучших музык, которую я слышал в своей жизни. Я до сих пор ее помню наизусть. Потому что это был 95-й год, да, это было 29 лет назад. Так что это вопрос совпадения, вопрос химии, вопрос магии, да. И, естественно, ну, как бы музыка, да, играется на перемен декораций. У нее есть такая функция. Как бы она, ну, закрывает дыру на обоих, условно говоря. И в этом, ну, вопрос, то, как бы, да, что режиссер и композитор с этим делают. Открытые записи «Закати сцену» были задуманы в том числе и для того, чтобы встретиться со слушателями подкаста вживую и дать им возможность поучаствовать в разговоре об актуальном театре. Нам не всегда задают вопросы из зала, но довольно часто, когда мы анонсируем очередную встречу, я получаю вопросы в соцсетях. И вот перед встречей с Сергеем Невским меня попросили задать ему такой вопрос. Как работает композитор, который параллельно пишет симфоническую музыку, камерную музыку и еще работает в театре? Как он оставляет приоритеты и как разные части его творческой деятельности влияют друг на друга? Театр освобождает, потому что ты можешь позволить себе написать мелодию, с одной стороны, а с другой стороны, я в театре впервые попробовал какие-то вещи, которые я потом применял там, в опере или в оркестровой музыке, например, взаимодействие каких-то независимых слоев, которые работают без дирижера. Когда у нас в Перми на спектакле по Вырыпаеву «Пьяные», там было в чем идея? Там было три вращающихся круга, ну, чтобы людей сбивали с ног, да, и музыка тоже вращалась. И я запускал там какие-то независимые паттерны, и потом я эту же историю повторил в опере там «Second Hand». То есть я думаю, что идет взаимное обогащение. Я думаю, что у меня одинаково работает голова. То есть у меня нет это самое. Это, тут я пишу типа для себя, для денег, тут для денег, тут, значит, для амбиции. Я думаю, что у меня процесс одинаковый, но это ставит очень жесткий фильтр, потому что есть очень ограниченное количество режиссеров, с которым я могу работать. Есть задачи, которые ты не ставишь себе в симфонической музыке, но в опере ты можешь их ставить. Как мой замечательный коллега Энно Попе, немецкий композитор прекрасный, в опере может быть вальс. И в опере тоже есть куда больше разнообразия форм, которые могут случиться. Но, например, у меня был редкий случай чисто прикладной работы, который мне доставил огромное удовольствие, когда я писал музыку к юбилею «Современника», тоже по пьесе Дурникова, которая была целиком посвящена времени начала современников, там, с 1956 по 1963 год. И я очень много слушал французского композитора Франсуа Рубо, который написал музыку к фильму «Мечтатель». И у него очень странный такой, с джазовыми оттенками, звуковой мир. Я погрузился в этот мир 60-х, там, модерн джаз-квартет.
Я написал какой-то свой модерн джаз-квартет. Я никогда эту музыку не выкладывал, но некоторые зрители говорили, что вот она помогла им выдержать спектакль. Но это редкий случай. Да, обычно, когда я работаю в театре, мы ставим какую-то свою задачу. Вот когда мы с Маратом Гасаловым работаем, я говорю, что мы делаем, что происходит. Например, мы, когда делали наш последний совместный проект на сегодняшний день «Таланты поклонники», он придумал историю, что сюжет пьесы Островского рассказывают блогеры, что сцена заставлена целиком железным занавесом, что происходит в партере. И понял, что нам чего-то не хватает этой комбинации. Я говорю, а давайте у нас будет греческий хор, который приходить будет просто петь название пьесы Островского. Типа «Бедность не порок», «Не было ни гроша до Колтын». И там реально в конце, когда открывается этот железный занавес, и мы слушаем там хор на текст «В чужом перу похмелье», то это как бы производит катарсический эффект. Просто потому что музыка, не потому что музыка хорошая, потому что она так работает вот в этом контексте. И поэтому работа в театре, она ставит всегда какие-то особые задачи. Но главное поставить вопрос, чем мы занимаемся, что мы делаем, о чем, ну, как бы... И не все режиссеры, они способны на это, такие вопросы, конечно. Многие хотят иллюстрации. Но с таким режиссером мы не работаем. А следующий вопрос нам задали уже из зала. Его задала исследовательница театра Яна Мейерзон. Я его продублирую сейчас, потому что на нашей записи Яну слышно не очень отчетливо. Но это очень важный вопрос. В чем разница между немецкой и российской театральными системами? И в чем они похожи? Я могу сказать про оперные театры. И могу сказать, что вот интересный такой момент, что отличие ноль. Потому что оперные театры и там машина. И когда там новоприбывший мигрант говорит, что вот русский театр, модель, угнетение, значит, женщины, значит, жертвы доминирующих режиссеров. Ну, здесь они тоже жертвы как бы доминирующих режиссеров. И это просто режиссер может быть любого пола, да. Но я думаю, что механизмы именно одинаковые. Потому что русский театр – это европейский театр тоже, в принципе. И люди, с которыми я работал в России, они делали не менее инновативные проекты, чем делают в Европе. У меня нет никакого ощущения, что... Ну, как бы вот... Да, я работал, вот, например, в Штутгартской опере. Действительно была школа жизни, потому что это такой цикл очень жесткий, где ты не можешь вообще ни на что подвлиять. Вот ты сдал партитуру. И если ты хочешь чуть-чуть исправить динамику, ты должен написать... заметочку, потом специальный ассистент отнесет дирижера, потом ты пишешь дирижера в отца, потом с дирижером ползаем от пульта к пульту и вносим, значит, все изменения в партии скрипки, потому что первая скрипка еще что-то услышала, а последняя уже проигнорировала, значит, дирижерские указания. Вот. И вот эта очень жесткая иерархическая структура, она здесь как бы может быть более иерархична, чем в России. То есть как бы не могу сказать, что я имел какой-то принципиально другой опыт. Это фрагмент из оперы Сергея Невского «Пацифик Экзиль». В следующих выпусках «Закати сцену», посвященных театру в изгнании, мы продолжим сравнивать российскую и европейскую театральную специфику, разные ситуации. Ну,
Я вас буду рад видеть на других открытых записях подкаста, в том числе в Берлине, в книжном магазине «Бабель». Прямо сейчас мы сделаем небольшой перерыв на лето, но осенью возобновим наши встречи. Подкаст «Закати сцену» продолжит свои путешествия, и следующие пункты назначения гастролей – это Ереван и Лион. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий, Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.